Итак, добрый вечер всем, кто подключился к данному вебинару. Рада вас приветствовать на вступительном занятии, на вступительном вебинаре, который посвящен информации о курсе, фундаментальный курс по бизнес-анализу. Это онлайн-курс, и сегодня рассмотрим, из чего он состоит, а также для начала определим в том числе и роль бизнес-аналитика, а также чем он занимается и кому полезен будет данный курс. Сразу упомяну, что все ваши открытые вопросы, пожалуйста, задавайте их, пишите их в чат сразу по ходу встречи, по ходу вебинара, для того, чтобы можно было на них сразу отвечать. Я буду стараться мониторить чат и оставлять и отвечать на вопросы сразу. Но в конце у нас также будет время для открытых вопросов. Данный вебинар рассчитан по времени ориентировочно на час. Вы можете соответствующим образом свое время рассчитывать. Итак, начнем. Для начала расскажу несколько слов обо мне, о тренере данного курса. Меня зовут Полина Карабач, приятно познакомиться. Я выполняю роль Application Engineer, Functional Analyst для компании Materialize. Имею уже более 5 лет опыта в сфере анализа и работала на различных проектах. Специализируюсь я на проектах, связанных с медициной и 3D-печатью. Участвовала как на проектах, которые создавались с нуля, с идеи до финальной ее реализации, то есть когда мы работали над MVP и далее расширяли продукт. Также довелось работать, имея опыт также в таких проектах, которые имеют достаточно большое legacy, то есть они на рынке уже много лет, и соответствующим образом есть большое количество функционала, необходимо там другие аспекты учитывать, зависимости, консистентности, единообразие и так далее. Также участвовала на проектах, в которых предполагалась некая сложная интеграция с другой системой, другой компанией. Это тоже вносит свои коррективы на то, как работает бизнес-аналитик на таких проектах. Буду рада делиться практическими примерами из своей практики в данном курсе. Также, поскольку я специализируюсь на проектах, связанных с медициной, то также имею опыт подготовки документации для продукта, связанного с медициной, то есть которым необходима сертификация FDA и ISO. Это на рынок Штатов и на рынок европейский соответственно. То есть в медицинских продуктах стоит достаточно высокая планка по качеству, в том числе и для работы бизнес-аналитика. Также я являюсь юзабилити-энтузиастом и искренне верю в то, что каждый бизнес-аналитик должен быть немножечко юзабилити-экспертом, юзабилити-дизайнером, поскольку, особенно на проектах, когда такой роли нет, а такое бывает, когда нет человека, который специально смотрит за юзабилити, насколько удобно в использовании программа, некий продукт, то бизнес-аналитик де-факто выполняет эту роль. Поэтому любому бизнес-аналитику будут полезны знания по UX, UI. И для коллег своих, в частности, я организовываю такие тренинги, такие встречи, воркшопы. Мы в том числе приглашаем внешних тренеров для того, чтобы прокачивать свои навыки в UX UI. И вы увидите, что в данном курсе также есть темы, посвященные UX UI, которые применимы для работы бизнес-аналитика. Также я имею некоторые награды, которые показаны на данном слайде. Это Materialize Gold Star Awards. Это награда, которая дается раз в год. И вот в 2018 году я за, в частности, заслуги за достижения в сфере анализа такую награду получила. Также я являюсь сертифицированным профессионалом для работы с требованием согласно сертификации от организации IREP CPRE. И также у меня есть награда, которая называется Distinguished Toastmaster. Это от организации Toastmasters, которая занимается развитием публичных навыков, навыков публичных выступлений, а также лидерских навыков. И это наивысший уровень наград, который можно получить в данной организации.
В данном курсе я буду рада делиться своим опытом, своими знаниями. Я очень люблю свою работу и искренне уверена, что она классная, крутая, интересная, и этому бизнес-аналитики счастливые люди, потому что они имеют возможность создавать новый функционал и делать этот мир лучше отчасти благодаря этому. Несколько слов о CodeSpace, о организаторе данного курса. Это образовательная платформа для IT-профессионалов, сотрудничает с сертифицированными тренерами-практиками и является эксклюзивным аккредитованным тренинг-провайдером в Украине. На данном слайде вы снизу видите сертификаты, которыми обладает организация. А также, помимо курсов обучающих, такой как данный курс, CodeSpace организовывает еще и ряд конференций. Это Testing Stage, Think Stage, DevOps Stage, CRM Stage, MS Stage. Я думаю, для тех, кто присоединился к сегодняшнему вебинару, наиболее интересной и релевантной будет Think Stage, поскольку она как раз-таки фокусируется на людях, которые работают с требованиями, на бизнес-аналитиках, продукт-оунерах, продукт-менеджерах. Двигаемся дальше. Из чего будет состоять сегодняшний вебинар? Для начала мы определим, кто такой бизнес-аналитик, какая его роль и какие зоны ответственности он имеет, какие его основные активности. Далее упомянем, какие же необходимы навыки и знания бизнес-аналитику в его работе для успешного выполнения его задач. В следующем части данного вебинара рассмотрим информацию о курсе, для кого он будет полезен, из чего он состоит. И в завершении, как я упоминала, будет сессия для вопросов-ответов, те вопросы, которые мы не покроем в течение вебинара. Итак, продолжим. Бизнес-аналитик, его роль и зона ответственности. Бизнес-аналитик – это роль, это человек, который будет заниматься выявлением, анализом, документацией, согласованием, управлением, требованиями. Требования к нам приходят посредством потребностей наших заинтересованных лиц на проекте или же стейкхолдеров. То есть это тот человек, который работает с требованиями и все, что к ним относится. Соответственно, core responsibilities, основные зоны ответственности, и будет включать в себя выявление, документация, анализ требований, их согласование со всеми заинтересованными лицами и проверка, а также их управление. Бизнес-аналитик – это проектовая роль, не обязательно должность. На проекте может не быть бизнес-аналитика как отдельного коллеги, при этом эту роль кто-то все равно будет выполнять, кто-то все равно будет выявлять, документировать, структурировать требования для разработки продукта. Это может быть проект-менеджер, это может быть тестировщик. В редких случаях это может быть также и программист, который в том числе и прорабатывает потребности, которые ему необходимо реализовать. Также хочу упомянуть, что у бизнес-аналитика может быть много лиц и много названий. В целом, бизнес-аналитик имеет тот core, который мы только что рассмотрели, может сдвигаться фокус больше в бизнес-составляющую, в потребности, в проработку потребностей или ближе в техническую составляющую, когда потребности уже нам предоставляются некими другими заинтересованными лицами, нашим заказчикам. В таком случае бизнес-аналитик больше уходит в глубину и в проработку технических моментов и аспектов. Синонимы, которые могут встречаться для роли бизнес-аналитика, это аналитик требований, системный аналитик, инженер по требованиям, менеджер требований, application analyst или аналитик приложения, функциональный аналитик, бизнес-системный аналитик, IT-бизнес-аналитик и просто аналитик. Всегда необходимо смотреть в конкретное описание вакансии, безусловно, от компании к компании. Job description, описание вакансии может отличаться. При этом
core, да, основные активности будут зачастую совпадать. Но все очень зависит от конкретной команды, компании и той вакансии, которую вы видите. Бизнес-аналитик и проект-менеджер. Это абсолютно будут разные роли, и не стоит их совмещать. Да, иногда это может быть один и тот же человек, один и тот же коллега может выполнять одновременно две роли, но это все равно будут две роли. Может показаться, что бизнес-аналитик так много взаимодействует со стейкхолдерами, с командой, и проект-менеджер, в свою очередь, тоже взаимодействует со стейкхолдерами, с командами. В чем же между ними разница? А разница в их фокусе. Бизнес-аналитик фокусируется на информации о продукте, какие функциональности, как мы их реализуем, для чего они нужны, кто ими будет пользоваться. Это те вопросы, которые будет отвечать бизнес-аналитик. Тогда как проектовый менеджер будет заниматься вопросами, какими ресурсами, какой командой мы будем это реализовывать, какой у нас таймлайн, какие у нас есть дедлайны, да, то есть какое время, за какое время мы планируем реализовать и доставить определенный новый продукт, создать. Все вопросы бюджетов, ресурсов, времени – это будет ответственность, зона ответственности project manager. А бизнес-аналитик фокусируется на том, что именно мы реализовываем в продукте и как. Далее, бизнес-аналитик является связующим звеном, так называемым мостиком между кастомером и заинтересованными лицами в команде, development стейкхолдерами. Он связует действительно разные типы людей, поэтому ему крайне необходимо хорошие навыки коммуникации, уметь общаться, находить общий язык с разными людьми, потому что бизнес-аналитик будет общаться как с представителями пользователей, либо с конечными пользователями, так и с проектовыми спонсорами, с проект-менеджером, с командой разработки. И у каждого из этих групп стейкхолдеров, заинтересованных лиц, есть своя экспертиза, свой бэкграунд, свое образование. И для эффективного выполнения своих задач будет крайне важно уметь находить подход и взаимодействовать, коммуницировать с каждой из этих групп людей со своими коллегами. За счет этого иногда бизнес-аналитик может себя ощущать в центре всего, в центре всех коммуникаций и быть на расхват, быть как Шива с шестью руками на данной картинке, когда действительно большой поток идет информации. Но это один из навыков, который необходим для бизнес-аналитиков, которыми он должен обладать. Это управление персональной продуктивностью и выстраивание своей работы соответствующим образом, чтобы не выгорать. Потому что, к сожалению, для бизнес-аналитиков такое может случаться за счет вот этого большого интенсивного потока коммуникации и задач, которые ему приходят. Двигаемся дальше. Какие же теперь навыки и знания необходимы для успешного выполнения роли бизнес-аналитика? Мы можем выделить, как и в любой другой должности, роли, это будут hard skills и soft skills. Да? Hard skills — это те знания и техники и умения, касающиеся непосредственно роли бизнес-аналитика, касающиеся выявления требований, их анализа, документации, согласования и проверки, и управления. Все те активности, которые мы перечисляли, необходимо понимать их принципы, их основу, а также знать, какие техники можно применять для того или иного случая. Помимо хард-скиллов, еще для бизнес-аналитика будут важны определенные количество софт-скиллов, то есть те, которые не являются специфичными именно для роли бизнес-аналитика, но очень ему помогают. Что же это за скиллы, что же это за навыки? В первую очередь, аналитическое мышление. Действительно, достаточно очевидно, что бизнес-аналитик будет иметь аналитическое мышление, но это так и
Бизнес-аналитику необходимо иметь и понимать, как работать с большими объемами, массивами информации, как ее структурировать, как ее фрагментировать, иметь некую долю критического мышления и докапываться до сути вещей. И в случае бизнес-аналитика это будет поиск глубинных потребностей пользователей, не просто то, что нам говорит наш стейкхолдер, а то, почему он это говорит, какие мотивы, какая реальная потребность. И докапываться, выявлять именно глубинные потребности будет нам помогать аналитическое мышление. Следующий навык — это эмпатия. Эмпатия — это умение слышать и слушать и слышать других людей, понимать их эмоции и чувства. То, что называется «to stand in another's shoes», то есть почувствовать себя на месте другого человека. Это крайне важный навык, учитывая то, что бизнес-аналитик участвует в большом количестве коммуникации, понимание разных людей, их мотивов, почему они говорят те или иные вещи, будет очень сильно помогать в работе. И упрощать много моментов в выстраивании коммуникации с различными стейкхолдерами, а также в разрешении некоторых проблем. Потому что когда мы понимаем мотивы, почему человек говорит так или иначе, нам проще достучаться и проще ответить в ключе, который был бы понять и предложить некие альтернативы, которые будут базироваться на тех мотивах, которые есть у этого человека. Далее, навыки коммуникации. Как я уже упоминала, это будет важный, безусловно, навык, потому что коммуникации много, коммуникация разная. И это включает как устную, так и письменную коммуникацию. Это включает в себя способность находить подход и говорить на одном языке с тем человеком, с которым ведется дискуссия. Имеется в виду не английский, украинский, русский, а это та терминология, те формулировки, тот уровень детализации. Это все важно учитывать во время коммуникации. То есть те термины, те детали, которые мы будем обсуждать в бизнес-аналитике с разработчиком, мы не будем применять при работе, при коммуникации с клиентом, с заказчиком, с продакт-менеджером, потому что там необходимо говорить уже о других, на другом уровне детализации, на уровне, например, ценности для рынка, на уровне потребностей пользователей. А с разработчиком мы будем говорить на уровне технических деталей реализации, на уровне неких краевых сценариев, ограничений и так далее. Поэтому коммуникационные навыки являются таким краеугольным камнем для работы бизнес-аналитика. Далее, это навыки разрешения конфликтов. Эти навыки необходимы в случае, когда возникают некие разногласия в том, как должно работать то или иное требование, тот или иной функционал между разными стейкхолдерами, разными заинтересованными лицами. И такое возникает достаточно часто, поэтому уметь снова-таки выявить, какую природу несет этот конфликт, да? Это конфликт данных, конфликт интересов или же некий другой. Понять, в чем заключается конфликт, и грамотно провести коммуникацию таким образом, чтобы этот конфликт разрешить, чтобы согласовать то требование, финальную его ипостась, это будет важным навыком, который помогает в работе, в том, чтобы налаживать и поддерживать коммуникацию со стейкхолдерами, с нашими заинтересованными лицами и убеждаться, что продукт реализовывается так, как ожидается. Навыки модерации или же фасилитации — это навыки для, к примеру, проведения встреч. Поскольку бизнес-аналитик снова-таки достаточно много тратит времени на взаимодействие с разными стейкхолдерами, на эту коммуникацию, то навыки эффективного их проведения, да, использования времени,
корректно, с пользой и достижение целей будет важным, поскольку каждая потерянная встреча — это потерянное время, к примеру, всей команды. Это сильно влияет на успешность продукта. Поэтому навыки ведения процесса, навыки проведения встреч и доведения их до определенных результатов стабильно — это необходимое умение. Следующее — это уверенность в себе. Это понимание, что критика к требованию, которое может идти от разных заинтересованных лиц или от команды разработки, либо от наших заказчиков, либо от других внутренних людей, к примеру, других отделов, если идет интеграция и так далее. Мы должны понимать, что критика не лично для нас идет, а критика к требованию. То есть определенная доля уверенности в себе, она необходима, потому что, снова-таки, много есть разногласий, их нужно разрешать, есть разные точки зрения, поэтому необходимо иметь определенную долю уверенности в себе. Также это будет помогать в случае, если есть тот же конфликт требований, и вы понимаете, что у вас есть одна опция — предлагается альтернатива. Умение проработать эти две опции, найти «за» и «против», и не отбрасывать сразу свою, потому что, ну, наверное, другие люди точно знают лучше. Это навыки уверенности в себе будут помогать все-таки не отбрасывать опции, а взвешивать их и понимать, что необходимо провести анализ, прежде чем просто за счет каких-то эмоциональных факторов убирать ту или иную опцию. И навыки убеждения — это тоже связанный навык, когда мы понимаем, что есть некая опция, которая для данного функционала, для данного продукта будет оптимальной опцией, то есть решение, то умение ее презентовать, показать аргументацию «за», для того, чтобы донести ценность, которую будет принести эта опция или это решение, тоже будет помогать и упрощать работу. Все эти навыки будут помогать нам упрощать работу и делать ее более эффективной. Двигаемся далее. Теперь рассмотрим информацию о данном курсе и его содержании. Для кого этот курс? Кому он будет полезен? Всем, кто работает с требованиями. Это могут быть бизнес-аналитики, это могут быть в том числе и проект-менеджеры, продукт-оунеры, продукт-менеджеры, либо же тестировщики, в случае, если они в своей текущей должности также работают с требованиями. Это могут быть люди, которые только планируют начинать выполнять роль бизнес-аналитика, либо уже выполняют ее и хотят заполнить некоторые серые зоны в знаниях, структурировать знания, а также узнать новую информацию, новые техники, касающиеся работы бизнес-аналитика, а также отработать их на практике и получить обратную связь, поскольку этот курс состоит из теории и из практики. Практические задания в лайв-сессиях, так называемых, онлайн, и также и домашние задания. Также, если у вас возникли вопросы по предыдущим частям, пожалуйста, задавайте их в чат. Я буду рада ответить. Сейчас самое время. Я продолжу. Данный курс также позволяет отработать определенные техники на ваших собственных примерах, если таковые имеются, либо на предложенных примерах нами. Основу данного курса составляет программа «План обучения к подготовка», которая является подготовкой к прохождению сертификации от организации IREP CPRE Foundation Level. Поэтому в случае, если вы вашей целью является подготовка к этой сертификации, здесь покрываются те темы, которые являются основой силабуса учебного плана. Данный курс состоит из 12 модулей, 12 тем, которые покрывают ключевые аспекты активности, которые необходимы и которыми занимается бизнес-аналитик.
Как я говорила, основу составляет силабус айребовский, но этот курс был значительно расширен дополнительными темами, дополнительными источниками, чтобы максимально широко покрыть предмет, чтобы максимально с разных точек зрения показать те задачи, которые выполняет бизнес-аналитик, а также здесь добавлена практика в форме практических онлайн-занятий и форме домашних заданий. Более подробно о каждом из модулей, из тем данного курса будем рассматривать далее. Первый модуль посвящен базовым терминам, принципам, активностям бизнес-аналитика. Здесь также будут рассмотрены основы коммуникационной теории, такой необходимой для роли бизнес-аналитика, который активно коммуницирует, как мы только что увидели, с большим количеством заинтересованных лиц. Также рассмотрим здесь подробно, какие навыки необходимы бизнес-аналитику. И еще в этом модуле будет раскрыта тема неких лайфхаков в персональной продуктивности, поскольку то, что я упоминала, бизнес-аналитик часто очень загружен, и у него большое количество задач, и как с ними справляться эффективно, не выгорать, здесь тоже будет рассмотрена такая важная тема. Следующий модуль посвящен теме, какие есть виды требований и их категоризация, определение. Здесь рассмотрена будет тема функциональные требования, нефункциональные, либо же требования по качеству, quality requirements, и ограничения, constraint. А также рассмотрено будет, почему так важно категоризовать, определять требования по качеству, нефункциональные требования. То есть это все то, что говорит, насколько хорошо должна система работать. Это требования по быстродействию, по security, по usability, в том числе и другие abilities. Они часто могут упускаться, и в случае, если они не выявляются и реализовываться система без учета таких нефункциональных требований по качеству, то есть большой риск, что необходимо будет переделывать, переписывать систему, поскольку расширить ее уже не всегда получится. Например, перформанс, да, мы предполагали, что система не определили требования по скорости, по быстродействию, и в результате некая функция отрабатывает минуту. А ожидание было, что оно должно быть точно не дольше, чем 10 секунд. И существующей архитектурой ускорить ее настолько, там, 6 раз, уже не получится. Поэтому необходимо будет переписывать, переделывать. То есть это вот о такого рода требованиях, которые часто бывают скрытые, и с помощью выявления их на ранних этапах можно уменьшать эти риски и убеждаться, что система будет соответствовать всем требованиям наших стейкхолдеров и наших ожиданиям наших пользователей. Третий модуль, третья тема посвящена этапам цикла разработки программного обеспечения. Для начала рассмотрим, из чего, какие есть этапы, из чего они состоят, а далее существующие модели, такие популярные, как Waterfall и Agile, а также другие, спиральное, прототипирование, инкрементальное и так далее. Рассмотрим для того, чтобы иметь максимально широкую картинку о том, какие бывают разные способы применять цикл разработки программного обеспечения. А также в третьей части данного модуля будет рассматриваться различные методологии, фреймворки гибких методологий, Agile, в частности SAFe, Kanban и Scrum. В четвертом модуле данного курса будет рассматриваться темы навыки публичных выступлений, а также подготовки презентаций. Именно те практические вещи, которые необходимы в работе бизнес-аналитика. Не просто как выйти на сцену перед аудиторией в 100 человек и дать какую-то вдохновляющую речь. Такого рода задачи очень редко встречаются в работе бизнес-аналитика. А как провести, к примеру, ретроспективу, как провести демо
для кастомера. Как провести backlog refinement сессию, то есть сессию, когда мы собираемся с командой и прорабатываем наш бэклог требований и оцениваем задачи. Такого рода моменты будут проговариваться и рассматриваться в данном курсе. Какие есть типы встреч, как фасилитировать, как оптимально проводить встречи, чтобы они были эффективными. И также принципы навыков публичного выступления и подготовки презентации, которые являются той базой, которая помогает все эти встречи, которые необходимы бизнес-аналитику, успешно проводить. В случае, если у вас возникли вопросы, пожалуйста, пишите их в чат. А мы продолжаем рассматривать структуру данного курса. Пятый модуль посвящен теме «Система», определение системных границ, системного контекста и границ системного контекста. То есть такие понятия, как что входит в систему, что входит в системный контекст, а также нерелевантное, незначимое для нашей системы окружение, будут рассматриваться, а также способы документировать системный контекст. В шестом модуле рассмотрена будет тема выявления требований как одна из важнейших активностей бизнес-аналитика. Какие бывают источники, откуда к нам приходят требования, как можно эти требования категоризовать, то есть определять, классифицировать. В частности, рассмотрим модель Кана для классификации требований согласно уровню удовлетворенности от нашего продукта у пользователей. На данном слайде уже показан превью, это диаграмма модели Кана и разные группы функциональности, разные группы требований, которые могут существовать на проекте. Подробнее, для чего это необходимо и какие требования можно определить, как их, собственно, выявлять, как их категоризовать, будет рассматриваться в данном модуле. Какие есть техники выявления требований? В каком случае применять, стоит применять какую? В зависимости от уровня детализации, которую мы хотим получить, в зависимости от нашего продукта, это переписывание новой старой системы, либо это что-то абсолютно новое, инновационное, либо это микс этих вещей. Какие есть техники и как с ними работать, когда какую применять, будет рассмотрено в данном курсе. А также такая полезная практика, как определение юзер-персон для того, чтобы лучше понимать наших пользователей. Рассмотрим шаблон и на примерах посмотрим, как это выглядит. А также 10 эвристик, 10 золотых правил разработки пользовательского интерфейса. Это ближе к юзабилити, при этом, как я упоминала, бизнес-аналитик, который понимает эти принципы и применяет их для требований, касающихся пользовательского интерфейса, будет предоставлять в результате больше ценности пользователям, поскольку это некие базовые принципы по тому, чтобы приложение было действительно удобно, понятно для использования. Шестой модуль. Это документирование требований. Здесь рассмотрим, какие есть принципы дизайна, то есть документации, создания документов, какие есть виды документации, и рассмотрим шаблоны для документов, в частности, SRS. Рассмотрим два шаблона и детально каждая глава, какую информацию в нее стоит добавлять, описывать и в каком формате, в каком ключе. Рассмотрено будет здесь также критерии качества для документов с требованиями, а также для индивидуальных требований. Что необходимо учитывать, чтобы требования были поняты разными группами стейкхолдеров одинаково и просто разными людьми. Ведь в зависимости от контекста, в котором живет данный человек, от его образования, от его экспертизы, можно понять одну и ту же информацию по-разному. Как, чтобы не было, как на этой картинке, когда требование в данном случае звучит 2024, есть 4 варианта ответов. На первый взгляд кажется, что 2024 – это самый правильный вариант, и он очевиден. Но когда начинаешь думать чуть-чуть глубже,
и задумываться, что а что, если кто-то подумает, что это два нуля и две четверки? И вот здесь уже появляется некая двусмысленность, и когда мы не уверены, что это будет интерпретировано и понято однообразно всеми, то в таком случае необходимо правильно структурировать требования. И в частности, здесь мы будем рассматривать такие примеры, когда какие критерии качества и соблюдение этих критерий качества помогают нам избегать некоторых негативных последствий в неправильной интерпретации требований, потому что это все ведет потом к ошибкам, к неправильной реализации, к неправильному и интерпретацию, как это нужно проверить, и затем мы с удивлением понимаем, что мы получили не тот продукт или не тот функционал, который мы ожидали. В данном модуле также будет рассмотрен такой документ, как словарь определений, и будет определено, почему так важно его структурировать и создавать в начале проекта. Следующая тема, следующий модуль, восьмой, будет посвящен документации требований с помощью естественного языка, то есть текста. Рассмотрим, какие эффекты трансформационные будет нести в себе естественный язык. То есть текст, то есть те же ambiguity, то есть двусмысленность, незаконченная информация, не полностью указанные все детали и так далее. И как один из способов бороться с этой двусмысленностью, с этими эффектами, которые несет в себе естественный язык, будем рассматривать шаблоны, синтаксические жесткие структуры, которые можно использовать для документации индивидуальных требований. В том числе в данном модуле будут рассмотрены два таких популярных способа документации требований, как user story и use cases. Рассмотрим, из чего они состоят, какие принципы их составления, сильные и слабые стороны, в каких случаях они работают лучше, в каких где-то хуже. Следующий модуль – это модуль, посвященный моделированию, документации требований с помощью моделей, диаграмм. В данном курсе будет рассмотрено две нотации, два языка моделирования, вернее, UML как целая группа языков, целая группа диаграмм, а также BPMN для документации бизнес-процессов. Рассмотрим в данном модуле определение модель, а также какие свойства, какие плюсы несет в себе моделирование и несколько целей, для которых мы можем создавать модели. Это моделирование целей наших заинтересованных лиц and or декомпозиция. Это use case диаграмма для описания всех use case, всех сценарий использования нашими конечными пользователями нашей системы. Также в зависимости от перспективы для требований рассмотрим диаграммы. Существует перспектива данных, и здесь будет рассматриваться Entity Relationship диаграмма и UML Class диаграмма. С точки зрения перспективы функционала будет рассматриваться Data Flow диаграмма и Activity диаграмма. И с точки зрения перспективы поведения будет рассматриваться две диаграммы, это State Chart и UML State диаграмма. А также, как я упомянула, моделирование с помощью нотации BPMN для визуализации процессов. И здесь, безусловно, в этом модуле особенно важным этапом, важным моментом будет практика, потому что только практикой, в частности, данный модуль можно закрепить и действительно получить понимание о том, как составлять ту или иную диаграмму. В 10-м модуле будет рассматриваться принципы и практики для проверки требований, для того, чтобы убедиться, что они действительно корректны, их можно опускать дальше в разработку для создания тест-кейсов. Рассмотрим как наиболее простые, такие как комментирование, до самых жестких и структурированных техник, такие как инспекция. Также рассмотрим принципы и основы согласования требований, те самые конфликты, которые могут возникать у заинтересованных лиц и разные точки зрения на требования. Рассмотрим природу этих конфликтов, какая она может быть, а также принципы
техники, как достигать согласованности этих требований от самой идеальной формы консенсуса до компромисса и до уже менее оптимальных, но все-таки работающих способов для того, чтобы согласовать и подтвердить требования и запустить процесс далее. А также рассмотрим здесь, какие есть критерии качества требований. В случае, если у вас возникают вопросы, пожалуйста, чат открыт. Далее, 11-й модуль будет посвящен теме управления требований как такой интегральной активности, которая необходима в течение всей работы над тем или иным функционалом. Это какие существуют атрибуты, то есть свойства у требований, какие можно создавать выборки и информацию извлекать из некого списка требований для того, чтобы получать некую статистику и дополнительную информацию о статусе анализа, к примеру. Далее, здесь же будет рассматриваться принципы приоритизации требований, какие они бывают, от наиболее, снова-таки, простых, такие как stack ranking, то есть просто список от верхнего до нижнего, до более аналитических методов, матрица Карла Виггерса и VSGF scores. Далее, здесь же в этом модуле будет рассматриваться принципы traceability, трассировки требований, версионирования требований, а также управление изменениями к требованиям, поскольку это абсолютно естественная нормальная ситуация, когда приходят некие дополнительные правки и запросы на изменение требований после того, как они уже были реализованы, либо даже после того, как продукт уже был выпущен на рынок. В таком случае нам необходим некий процесс для управления этими изменениями. Какие есть принципы, этапы, будет рассматриваться в данном модуле, а также какие есть способы измерять требования, некие метрики. И 12-й, завершающий модуль данного курса, посвящен теме «Инструментальная поддержка». Это все те инструменты, которыми пользуется бизнес-аналитик в своей ежедневной работе. Это и общие инструменты, и инструменты для моделирования, для коммуникации, для визуализации своих идей и прочие, те, которые необходимы. Также инструмент для управления требованиями будет в отдельной теме, под теме здесь выделен. И также, когда нам необходимо внедрить некий инструмент, в частности, для управления требованиями для нашей команды, какие есть критерии, на которые стоит обращать внимание, а также как, с точки зрения каких перспектив мы будем оценивать и рассматривать новый инструмент, который мы хотим внедрить в наш процесс. Данный курс состоит также из практики, как я упомянула. Теория записана в формате онлайн лекций, и она состоит из 30 часов, все модули будут доступны в формате видео записанных, а практика состоит из лайв-сессий, то есть в формате, как мы сегодня собрались, подключаемся, к примеру, к Zoom, и в онлайн прорабатываются техники, которые показаны на данном слайде. Безусловно, очень важным аспектом будет практика, потому что для того, чтобы закрепить теоретические знания, действительно попробовать это, получить обратную связь, практика будет большим подспорьем. Будем во время практики и домашних заданий рассматриваться следующие техники и подходы. Это определение системных границ системного контекста и границ системного контекста. Это анализ заинтересованных лиц, стейкхолдеров. Это категоризация требований согласно модели Кана. Это создание опросников и подготовка к интервью с пользователем для выявления требований. Это определение юзер-персон. Это создание, заполнение шаблона SRS, также написание use cases и user story, и, безусловно, как я упоминала, моделирование. Все те диаграммы, что будут рассматриваться, также будут включаться и в практику. Это use case диаграммы, UML class диаграммы, data flow, activity диаграмма, UML state и BPMN. Ведь с помощью практики действительно можно получить больше понимания.
И, как я говорила, есть лайв-сессии, есть домашние задания, где вы можете уже в более спокойном темпе проработать, особенно большие блоки информации, например, СРС, будет предполагать, что нужно сесть его и прописать на том или ином примере. Пример, как я говорила, может быть ваши, то есть если вы уже выполняете роль бизнес-аналитика и вы хотели бы отработать тот или иной функционал уже на данной технике, то вы можете его применять, либо же также будут предлагаться примеры, которые можно брать и использовать как фундамент. Есть ли какие-то вопросы по содержанию курса? Хорошо, я двигаюсь дальше и расскажу о некоторых деталях, какие есть пакеты для прохождения данного курса. Существует три пакета. Это стандарт, премиум и индивидуал. Стандартный пакет включает в себя 30 часов теории данного курса. То есть все те модули, что вы только что видели, которые я озвучивала, они будут доступны в формате записанных уже онлайн-лекций, которые вы можете в удобное для себя время, в удобном для себя темпе прорабатывать, просматривать, также в удобной для себя последовательности, в случае, если какая-то тема для вас наиболее релевантна, можно начать будет сразу с нее. Также вам будут доступны некоторое количество дополнительных материалов, ссылок и ресурсов, которые будут подкреплять то, что разбирается во время модулей этого курса. И доступ к курсу, к материалам будет в течение 3 месяцев. Стоимость 8800 гривен. Премиум-пакет, кроме того, что включает стандарт, также включает в себя доступ уже не на 3, а на 4 месяца, а также 4 групповых лайв-сессии. Они будут раз в неделю, но вы в течение 4 месяцев можете выбрать время, когда вам удобно подключиться к каждой из тем таких групповых лайв-сессий. Каждая сессия предполагает в себя определенный блок практических заданий, занятий, которые будут разбираться в группе и даваться обратная связь. А также здесь уже входят и домашние задания, которые будут проверяться мной, и я буду давать вам обратную связь на выполненные вами блоки задач. Индивидуал пакет, кроме того, что включает премиум, также включает в себя доступ на 5 месяцев и еще 2 часа индивидуальной консультации с тренером, со мной, где мы можем разобрать уже конкретно ваш контекст, вашу ситуацию и проработать некоторые рекомендации, либо ответить на все интересующие вас вопросы. Премиум пакет стоит 11 300 гривен, индивидуал 13 900. При этом до конца этой недели для вас, как участников вебинара, действует акция на пакет премиум, который включает в себя 30 часов теории и 4 групповых онлайн-сессий с домашними заданиями. И до конца января будет этот пакет стоить 9 300 гривен. Это завершает наш вебинар. Буду рада ответить на ваши вопросы. Задавайте их в чат, либо можете включать микрофон. Полина, этот курс можно рассматривать как курс для подготовки к сертификационному экзамену, правильно я поняла? Данный курс шире. Он покрывает больше тем, при этом его основу, да, то есть те темы, которые есть именно у IRAP CPRE Foundation Level, вот эта сертификация, она легла в основу этого курса. То есть все те темы, которые есть в учебном плане, в программе, они также включаются и в этот курс. То есть это вам может помочь в подготовке к данному виду сертификации. Это правда. Конечно, все зависит будет от вас, потому что, как вы понимаете, сертификация предполагает, что вы весь этот материал, весь контент нужно хорошо через себя пропустить, чтобы успешно сдать сертификацию. Но здесь все темы эти есть.
не имея практического вот опыта работы в этой сфере, реально сдать этот экзамен, только пройдя, скажем, курс? Или же хорошо бы иметь, конечно, практические навыки? Это хороший вопрос. То есть все индивидуально. То есть можно иметь феноменальную память, да, и хорошо его понять, условно, теоретически. И я думаю, что можно его пройти в таком ключе. При этом, конечно, если у вас есть некий уже опыт, то это будет помогать. И в целом нужно смотреть на цели, да, то есть для чего вам нужно именно получить сертификацию без наличия некого опыта. То есть это требование для того, чтобы устроиться на работу, или для чего, или для того, чтобы получить этот сертификат, чтобы иметь возможность, в принципе, да, рассматривать. То есть какая цель ваша получить этот сертификат без опыта еще в сфере бизнес-анализа? Дело в том, что у меня есть небольшой опыт работы в одном проекте, но не было совершенно теоретической базы для того, чтобы как бы делать квалифицированный этот проект, скажем так. Вот. Но это был небольшой такой в течение полугода где-то опыт. Вот. А сейчас есть планы двигаться в сторону QA. И вот я сделала сертификацию QA, ISTQB сертификацию, тоже без опыта. И надеюсь, что, может быть, вот такая вот сертификация в области требований повысит шансы найти работу вот именно из-за того, что опыта нет. Вот это основная как бы задача — подкрепить сертификатами, увеличить шансы на поиск рабочего места. Я поняла вас. В целом, я думаю, что это реально, но, конечно, зависит, ну, я не знаю конкретно, да, то есть это очень индивидуально, насколько можно. В целом, я бы сказала, что сертификацию такую имеет смысл сдавать, если уже есть полгода, год опыта, чтобы можно было то, что вы слушаете, читаете и воспринимаете в теории, как-то оно уже подкреплялось практикой. И оно в целом будет более и полезно в том числе. Насколько я знаю, не все работодатели требуют сертификаты. Если у вас есть база и понимание техники и практик, я думаю, что этого может быть и достаточно для прохождения интервью и того, чтобы использовать эти знания эффективно уже на практике. Но это, да, это зависит, я не знаю всей специфики, поэтому в целом я бы сказала, что эту сертификацию легче, точно будет легче сдать, если уже есть некий, не обязательно большой, но там полгода, год опыта, будет проще ее сдать. Хотя все зависит, да, то есть если у вас уже был опыт, то это может вам помочь и сдать ее успешно. На сайте IREP, кстати, есть тестовая возможность сдать тестовый этот экзамен, то есть там это бесплатно, регистрируйтесь и смотрите, насколько получается или не получается его пройти. Ну, желательно это проходить уже, когда у вас есть, когда вы уже ознакомлены с программной, с обучением, с программой данной сертификации, да, то есть не с нуля, а когда уже есть некое понимание. Теперь вопрос есть. На каком языке будет проходить... скажите, пожалуйста, ответила я на ваш вопрос? Да, спасибо. Спасибо. Двигаемся к следующему вопросу от Ирины. На каком языке будет проходить обучение? Все слайды будут на английском, как вы видели только что. При этом теория была записана ранее на русском языке. Практику мы можем выбирать. В случае, если всем будет комфортней украинскую мову, то мы будем проводить практику украинскую мову. В случае, если будет потребность переключиться на русский, как сегодня мы выяснили, что необходимо было это сделать, чтобы все могли полноценно слушать данный вебинар, то будем мы на русском проходить практику. То есть это может быть гибко. Еще вопросы? Полина, сертификационный экзамен можно на русском сдать? И будет ли указано в сертификате язык экзамена? Да, насколько я знаю, сейчас я сдавала экзамен на английском, поэтому я точно, по-моему, был там русская опция, нужно посмотреть на сайте.
в целом тестовый экзамен там на английском, я не видела там других опций, других языков. Сейчас IRAB еще переходит на новый силабус, и на новом силабусе пока что только английский, но это будет переводиться впоследствии, и будут добавляться языки. То есть стоит зайти, я думаю, на сайт, чтобы убедиться в этом точно, потому что я могу сейчас не совсем актуальную информацию предоставить. Вот. Но в целом, если вы проходите на английском сертификат, то там, если вы тест проходите на английском, то там есть еще преимущество. Это для non-native speakers, да, то есть не те, кто является носителем языка, добавить плюс 15 минут времени и, соответственно, увеличить время, которое вы можете тратить на прохождение этого экзамена. Для вас будет барьером, да, на английском сдавать. Ну, то есть это нужно зайти на сайт и перепроверить. Понятно, спасибо. Угу, спасибо. Еще вопросы? Я не вижу новых вопросов в чате. Я благодарю вас за посещение данного вебинара. Желаю вам хорошего вечера. И данная запись вебинара будет доступна вам впоследствии. И рада буду видеть вас на курсе. Я не сказала важный момент, что курс будет доступен в конце февраля. То есть в конце февраля будет доступна возможность на него подписаться, и далее вы можете проходить его в комфортном для себя темпе. В целом, то есть в конце февраля он будет стартовать, и к практике и к теории доступ уже будет в это время. А вы можете выбирать комфортный для себя темп. То есть дата 17 февраля не актуальна, да? Это будет новая дата старта? Да, дата будет еще скоммуницирована более точно в ближайшие недели. То есть это не четко 17 февраля, но в тех рамках, да. И еще хотела бы уточнить, вот доступ к практическим сессиям в течение 4 месяца я могу выбрать любое удобное для меня время, да, то есть, скажем, сколько будет доступных в месяц, ну, вариантов, скажем, сессий. Да, 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 то есть в идеале, конечно, это делать, не растягивать прямо на 4 месяца, но темп у каждого может быть разный, может быть нюансы, что там работа не позволяет настолько интенсивно погрузиться, именно поэтому такой вот есть разброс 4 месяца, но оптимально это делать в сжатые сроки, то есть последовательно. Сессии будут доступны раз в неделю, и вы можете записываться на сессию заранее. Для некоторых сессий будет необходимо еще сделать некоторую подготовку, некоторое домашнее задание. И в целом, то есть раз в неделю можно записаться. То есть в течение месяца можно пройти эти 4 групповых сессии. Эти сессии в вечернее время, да, будут проходить? Да, да. Снова-таки это будет доступно в расписании курса, в системе, в которой будут доступны и теоретические, и практические домашние задания и так далее. И там же можно будет и записаться на практику. Это будет будний день, вечер. Спасибо большое. Такое время, как сейчас. Угу. Спасибо. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. Надеюсь увидеть вас на курсе. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Спасибо. До свидания.